Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Всех приветствую, дорогие зрители, с вами Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Нашел видовую просторную квартиру 2 плюс 1 под ключ. Есть хороший дизайн. Видовая. Глазами я вижу вот так, даже вот скажу, вот так. Глазами вид такой. И вы тоже будете видеть, как я сейчас вижу. Здесь большой балкон. Камера не показывает тот вид. Здесь большой бассейн. Огромная территория, есть инфраструктура. Открытая парковка снаружи. Айдат 400-500 лир. Два балкона, два санузла, две спальни, квартира с теплыми полами. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 140 тысяч евро. Есть маленький торг, который мы сядем за столом с хозяином, и вы обсудите сами лично. Я вас познакомлю. Я работаю, как говорил, на комиссию. Так что звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Если вас интересует какая-нибудь другая недвижимость в Алании, то заранее звоните, я вам найду то, что вы ищете. Только вы должны быть со мной честны, я буду с вами честен. Все, сказал, нужно сказать. И важно сказать. Проекту где-то у нас 14-15 лет. Сейчас ноги вытеру. Смотрим. Какая красота. Ну, еще люстра такая интересная. Надо ее забрать. Как он включается? Еще лампочки сгорели, что ли? Надо вот эти лампочки сюда добавить. Внутри. Цена просто поцелуй. Мраморный пол с узорами. Комната бытовая комната вытяжка, плита, духовка, гранитная столешница, ретро-кранчик такой у нас, шкаф, мебель, я думаю, что все хорошо, менять ничего не надо, качественное. А, здесь холодильник. Это, кажется, массив. Посмотрю, есть давочки, нету давочки. Есть вроде. Есть. Вытяжка. Теплый пол. Тут 35-40 между ними квадратных метров. Большая гостиная, совмещенная с кухней. Балкон огромнейший. Вид отсюда тоже видно на море. Как раз так. И что хотел сказать, расстояние до моря 1600 метров до воды, максимум, можно вот так пройтись, можете купить себе маленький скутер Xiaomi, там такой двухколесный, или же лилисапед, или же трехколесный лилисапед. Теплый пол, санузел. Спальня. Я редко снимаю проект, который находится вдалеке, но эту я увидел, выбрал, что она такая хорошенькая, видовая, вид у нее никогда не закроется. И квадратные метры 110 нетто. Нетто. Вторая спальня у нас 20 квадратных метров как минимум. Также у меня есть лазерный измеритель, которым я отмеряю на месте. Так, второй санузел полноценный, тоже душевая кабинка, нормально все. Вытяжка есть, все на месте. Постель вам в подарок. Версаси Си. Версаси Си. Люстра тоже, интересная люстра в квартирке. Ну,
решать вам. Кондиционер инверторная фирма СЭК по всей квартире. Второй балкончик, чтобы заняться спортом. Снизу открытая парковка. Там беседка, зона барбекю. И также отсюда вид на горы. Вот здесь что-то построят. Когда-то уже начали. Везде строят. Мест не осталось в Махмухтаре. Уже на макушке горы уже будут строить. Все, дорогие зрители, сейчас покажу вам этот коридорчик. Цену я вам огласил. Айдат тоже. Выходим в коридор. На этаже у нас две квартиры. Вот эти самые предпоследний этаж. Он как 11 этаж. Лифт панорамный такой. Интересный. Спускаюсь вниз. Так, выходим. А, есть три лесенки, пандус. Так, здесь вход. Фасад здания. Открытая парковка с этой стороны. Два блока. Спустимся вниз. Покажу вам территорию. Детская игровая площадка, беседка, зона барбекю. И вот та территория, которая есть. Там тоже беседка. Так, цена, дорогие зрители, 140 тысяч евро, как я вам огласил. Есть маленький торг. Звоните по номеру 90 555 064 91 10. Всем пока-пока.